Это совместный проект регионального Минсоцзащиты и Федерального фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, созданного по инициативе президента Владимира Путина. Региональная программа разработана для того, чтобы максимально развивать потенциал детей-инвалидов, выросших в Петрово-Забайкальском интернате для умственно отсталых детей. Как и в любом детском доме, срок пребывания здесь ограничен до наступления совершеннолетия. По мере взросления часть воспитанников переводят в специализированные социальные учреждения. Но есть дети, способные жить самостоятельно. Таковых уже 12 человек. Эти дети сегодня живут самостоятельно, ну, если так можно их назвать, взрослые дети. И они находятся под постоянным патронажем социальных служб. В рамках этой программы в село Кандабаево Петрово-Забайкальского района для этих детей было приобретено ряд домов, в которых они сегодня проживают. Они сами ведут хозяйство. Уже проживающих самостоятельно выпускников дома-интерната патронируют специалисты Петрово-Забайкальского социального центра обслуживания населения «Ветеран». Принятая программа позволит продолжить эту работу, а также подготовить к самостоятельному пути других детей-инвалидов. Ее реализация планируется на условиях софинансирования. В течение 3 лет фонд выделит на эти цели более 17 миллионов рублей. Региональный бюджет – более 40 миллионов. По оценкам специалистов, это позволит увеличить количество выпускников интерната для умственно отсталых детей, способных жить самостоятельно, с 36 до 86%.